Всем привет, дамы и господа и подписчики моего канала. И сегодня в данном видеоролике я собираюсь играть в шахматы с игроком Amazing Online и подарить ему 500 тысяч рублей, вне зависимости от результата игры. Кто попадется мне первый и решит сыграть со мной в шахматы, кто умеет, тот и получит этот приз. Не забывайте вводить мой промокод Лимонти, который даст вам на 5 уровне 100 тысяч рублей, а на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этих денег вам вполне хватит, чтобы купить нормальную квартиру и машину и развиваться дальше. И приятного просмотра. Здорово, Некит. А ты в шахматы умеешь играть? Ага. Здорово, кенты. Здорово, кент. Кто из вас в шахматы умеет играть? В шашки могу. Не, в шахматы охота поиграть. ОЦ-инфа, пошли в доту? В доту охота поиграть, ОЦ-инфа закончена. Не, я ОЦ-инфа не дотер, ОЦ-инфа закончена. Докер, где докер? Флон. А ты в шахматы умеешь играть? Да. Можешь пойдем сыграем партейку на 500 тысяч? Блять, меня назвали, мы еще втрое наебали, блять, я никому больше не верю. Да в смысле? Погнали сыграем, если выиграешь, я тебе 500 отвалю. Чувак. Ну я никого не обманул, погнали сыграем на пятихат. О, Ливонти Тесла, собственно, персона, нихуя. Здорово, а ты в шахматы умеешь играть? Ну как это правило? Ну просто шахматы обычные. Что за бред? Не, не умею, братишка. Бля, я хочу на 500 тысяч с кем-нибудь сыграть в шахматы. ОЦ-инфа, вот поэтому все и крутят сейчас у ютуберов популярных, типа рулетка у них. Найдите мне человека, кто в шахматы сыграет на 500к. У меня идея для ролика. А что делать-то? Надо чувака найти, который в шахматы умеет играть, пойдет со мной сыграет. Ля Вольки. А что делать-то? Ну, типа... и что дальше? Вот, ну, типа, как шахматы играть будет? Ну как, на сайте, личес. Я кину ссылку, просто зайдет и все, я ему в дискорде его перешлю. И вне зависимости от результата, я все равно 500к дам. Катана. А ты в шахматы умеешь играть? Не, мне лень, сори. Так, ну что, начинается партия, я за белых. Делаю ход Е4, он отвечает мне Е5. Дальше я выхожу ферзем, в намерении сделать детский мат. Он этого не видит, ставит сюда коня. Я ставлю сюда слона, он открывается пешкой. Я отступаю ферзем, конь идет, нападает на моего ферзя, я отступаю ферзем, конь идет, нападает на вот это. В принципе, перспективы понятны, я отхожу сюда ферзем, конь отступает, я нападаю, он нападает, конь, конь, слон, слон, он жрет мою пешку, я его жру слоном, размен слонов, угроза ферзем, но он зазевался, я его ем конем. Все, он наступает конем на моего ферзя. Я ферзем отхожу, он ест моего слона, я ем его коня. Он делает рокировку, я ем вот эту вот пешку. Дальше он нападает на моего коня, я конем отхожу. Дальше проходит, я ем вот эту вот пешку. И все, он сдается. Ну, партия получилась, в принципе, нормальная. 18 ходов было, я думал, будет пожестче. И у меня именно в том плане, что запись сорвалась, я не успел записать с самого начала. Но мы связались с ним в Дискорде, я просто ссылку ему кинул. И, соответственно, вот такую вот партию мы и сыграли. И он получил 500 тысяч рублей. Потому что я думал, мы посидим, пообщаемся с ним, а у него там какие-то проблемы были. И он не смог зайти в Дискорд. Ну, в принципе, партия такая легонькая. Я не ожидал, что кто-то согласится сыграть, потому что многие люди отказали. Но партия получилась вполне прикольная, весьма интересная. Все, держи, кентуха. Удачи тебе в покупке автомобиля. Ну вот такой вот видеоролик, в принципе, получился. Советую вам регистрироваться по промокоду Лимонти на проекте Amazing Online, а именно на сервере Azure. Вводите, при 5 уровне вы получите 100 тысяч рублей, на 10 уровне вы получите 200 тысяч рублей. Также сейчас проходит конкурс, ссылка на него есть в описании. Там крутые призы до 100 тысяч рублей. И, соответственно, вот такой ролик получился. 500к рублей получил человек, который сыграл со мной в шахматы.
Получилось так, что я выиграл, но в любом случае я дал этому человеку 500к, потому что это Toyota Supra, это его мечта. И мечту надо ценить, любить и уважать. Всем пока-пока.